контактном зоопарке Челябинска осел укусил девочку, и теперь родители ребенка требуют взыскать с владельцев животного 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе. Сама администрация контактного зоопарка отрицает факт укуса. Они считают, что девочка просто поцарапалась о железные прутья забора. Однако родители пострадавшей не согласны. Они подали в суд на владельцев животного и требуют 500 000 рублей за причиненный ущерб. Следует добавить, что администрацию контактного зоопарка уже привлекали к ответственности. Во время одной из проверок у них были обнаружены нарушения правил вакцинации и кормления животных.